Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о Хасле. Кто знает, что это такое? Это значит курить ганджу. Нет, Хасл, это значит, что ты крутой. Ты на это Хасле. Это когда денег заработал. Хасл, это когда тебя уважают на районе. Хм, ладно, дети. С материалом, как я вижу, вы очень плохо знакомы. Точнее, совсем не знакомы. Ну... Расскажите, пожалуйста. Хорошо. Итак, начнем с теории Хасла. Теория Хасла гласит. Хасл многогранен, но это не покуривание травки у себя в квартале. Вы поняли, дети? Нет. Хасл ⁇ это добыча денег криминальным путем. Так яснее? Немного. Ладно, давайте объясню поподробнее.